Ну, не хочет Вудкрафт бросать вот в такую игру. Толопило. Драка. Ну, надо, да, надо что-то предпринимать. И вот Ювенко набрасывается на Жаркова. Жарков пока защищается. Демков отодвигает Панина. И тут преимущество, конечно, в габаритах. Жарков-то и не хотел отвечать. Видите, он и перчатки отставил. И серия ударов. Голову там по корпусу. Шлем сразу слетел. Пашнин было, подумал вмешаться, но здесь вмешался лайнсмен. Ну и правильно сделал.